Золотая медаль в эстафете вольным стилем, второе место в эстафете комплексным плаванием в составе сборной, а также 6 серебряных наград в индивидуальных зачетах. Завоевала на международных соревнованиях детской лиги плавания Поволжья в Суко воспитанница Дюшикар Анастасия Корнишина. Эти соревнования вошли в календарь Всероссийской федерации плавания. Это очень важно. То есть эти соревнования уже доступны не только для российских спортсменов, но и для наших зарубежных спортсменов младшего возраста, которые туда приезжают. Чтобы попасть в финал соревнований детской лиги плавания в Суко, Настя прошла несколько этапов отбора, приняла участие в чемпионатах области и России и каждый раз привозила домой золотые, серебряные и бронзовые медали. Туда уже едут спортсмены, которые прошли несколько этапов, знают, к чему они стремятся и что они хотят в финале сезона получить, какие результаты, медали, ну и также призы. Это первые международные соревнования для Анастасии, и на них девочка столкнулась с рядом проблем. Одной из них стал комплексный стиль. За несколько минут Насте нужно было проплыть 200 метров баттерфляем, брасом на спине и вольным стилем. Длинная дистанция, и то есть надо работать, то есть распределить там силы свои. Я вот собралась с мыслями, то, что я должна войти в тройку. То есть я должна хорошо проплыть, чтобы то есть всем мной гордились. Сейчас Анастасия готовится к финалу Кубка Черного моря, который пройдет в конце августа в Крыму. А в апреле 2020 года девочка отправится на чемпионат «Веселый дельфин» в Санкт-Петербург. Ирина Вышгородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.